Слава Господу, Церковь! Приглашаю вас к Слову Божьему. Будем читать Послание к Евреям, пятую главу. Несколько стихов из одиннадцатого стиха. Послание к Евреям, пять, одиннадцать и ниже. «О всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями». Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Братья и сестры, дорогие друзья, когда мы Приступаем к писанию, мы понимаем, что в писании всегда есть три фактора, три аспекта. Есть какой-то автор текста. И кроме того, что мы говорим, что есть автор, как Бог, который дал свое слово, но есть люди, которые написали Божье слово. И мы знаем, что Павел был автором текста, мы знаем, что Матфей был автором текста, другие люди были авторами текста. Кроме автора есть сам текст. И мы можем рассматривать текст вне автора. Насколько мы можем его смотреть глубоко вне автора, это уже другой вопрос. И, конечно, есть читатели текста, люди, которым этот текст был первоначально предназначен. И читатель влияет на то, как автор выражает мысли. Мой первый вопрос сегодня, когда вы пишете смс, когда вы пишете какой-то месседж, влияет ли на форму подачи этого послания? адресат, которому вы пишете. Если это человек, если это ребенок, если это ваш сотрудник, если это ваш начальник, когда апостолы, когда другие авторы Писания, они писали текст, конечно, они исходили из того, что адресат имеет какие-то способности в познании, он имеет какие-то трудности, какие-то обстоятельства, и они учитывали это. Итак, есть автор, есть сам текст и есть читатель. И сейчас мы приступили к такому очень непростому посланию, посланию к евреям, потому что здесь есть две проблемы. И первая проблема, уже 20 веков церковь не может определиться, кто автор этого послания. Если бы мы посмотрели в патристические там всякие дискуссии отцов церкви, когда они разделились, кто-то назвал, что это Павел, кто-то говорит, что это не Павел, потому что там, где Павел, всегда есть в начале слово Павел, а здесь первое слово это слово Бог и с авторством сложно. Непонятны читатели, потому что другие читатели, они определены, собственно, локациями, церквями, одной церковью или многими церквями, как в Галатийском случае, когда там семь церквей были адресатами. И вот такое таинственное послание, где автор непонятен, где, собственно, адресат такой размыт, это евреи, и очень сложно локализировать время, когда оно написано от 60-го до 95-го года. И есть сам текст. Понятно, что если мы говорим об адресате, это все евреи, и, наверное, это второе поколение иудео-христиан, которые не только живут на исторической родине, но на которой рассеяны. Мы знаем, что к середине первого века 80% иудеев они жили вне исторической родины. И вот им адресовано это послание. Мы также знаем о том, что эти люди переживают сложные времена. Часть из них переживает гонение не только от римской власти, но от своих собратьев, которые во Христе не увидели Мессию. Часть из них переживает разочарование. И по большому счету, одной из ключевых тем в евреям – это тема отступничества. Когда мы анализируем структуру этого послания, мы видим, что здесь, кроме учительной части, есть очень мощная увещевательная часть. И здесь христоцентричные темы, и вот раньше в пятой главе говорится о Христе, и тут автор как бы прерывается и говорит, о сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Моя короткая тема, друзья, которую я хотел бы предложить для размышления сегодня, я ее назвал следующим образом. Не отстал ли ты от Божьего графика? Автор послания к евреям смотрит на людей, которые были в этой традиции, которые читали Ветхий Завет, которые знали многие вещи, которые не знали люди из языческого мира. И он видит, сколько времени они уже находились в иудео-христианской общине. И когда он говорит о Христе, он говорит, что «я хотел бы много другого вам говорить, но, к сожалению, вы не можете вместить, судя по времени, вы должны быть Учителями. Друзья, когда мы говорим о Божьем графике, мы говорим об ожиданиях Божьих, которые Бог имеет, призвав нас. И чем больше мы идем с Ним, тем больше ожиданий у Господа по отношению к нам. Но, к сожалению, складывается так ситуация, что люди, у которых были привилегии, бенефиты, или, как мы говорим, пол-позишн, то есть очень такая привилегированная позиция, они не использовали это время и устали от Божьего графика. Они и устали от него, и отстали от него. Очень интересно, что в Америке это слово "скейджил" оно у всех на устах. В других частях мира вы не найдете, чтобы так часто это слово употребляли. Но когда Бог призвал нас, у него есть определенный график касательно нас. Четыре причины, которые автор послания к евреям выделяет, почему можно отстать от Божьего графика. Первая причина. Написано, вы сделались не способны слушать. Первая причина, почему мы отстаем от Божьего графика, мы не способны слушать. И проблема не в том, что это послание слишком какое-то непонятное или трудное. Проблема в нашем противлении этому посланию. Проблема состоит в том, что мы очень часто нерадивые ученики. И это состоит в том, что мы очень часто расфокусированы. Знаете, я преподаю в университете, и практически каждую неделю у меня связан с какими-то преподавателями, с преподаваниями, с преподавателями. Ты заходишь в класс, и ты за полчаса приблизительно можешь выяснить, кто нерадивый ученик, кто способен слушать, а кто на самом деле пойдет дальше тебя. Конечно, не всегда это внаружи видно, но всегда видно расфокусированных людей. И расфокусированные люди, они не способны. Он тело свое принес в класс, в аудиторию, но он не способен слушать, он или противится посланию, ему это не нравится, его глаза смотрят куда-то непонятно. И каким-то образом приходит момент, что этот человек уже прошел определенное время, у него должны быть какие-то умения, навыки, какие-то знания, но у него ничего нету. И его очень часто могут отправить снова повторить вот этот предмет, эти люди потом обижаются. И ты смотришь, судя по времени, должны быть учителями. Знаете, мы в Украине в Восточной, там интересные люди живут. У нас есть такая аббревиатура, кроме аббревиатуры, например, ДВР. Один человек недавно ко мне подошел, говорит, я нашел новое определение ДВР. Говорит, дети верующих родителей, а я говорю, ДВР это добрый и верный раб. Я говорю, я не против, но, к сожалению, вот... Дети верующих родителей, у них пол позишн, у них прекрасные предпосылки, и судя по времени, они должны быть пасторами, миссионерами и учителями, но они отстали от Божьего графика. Очень часто мы видим это в случае даже с детьми-служителей. У них вообще превосходные условия. Я был в одного служителя недавно он показал мне библиотеку из двух тысяч книг. И я говорю: счастливы ваши дети, которые имеют такие ресурсы в богословской библиотеке. Но он говорит, да они не хотят их читать. Судя по времени, судя по ресурсам, они могут и, и, зайти далеко других в позитивном смысле слова, но они сделались, не способны слушать. И вот среди других аббревиатур, в нас на Востоке есть такая аббревиатура, говорят, дух, давно уверовавший христианин. Это человек, который уже 40 лет в Господе, 50 лет в Господе. Он этими вещами как бы козыряет. Говорит, что я дольше всех из вас, в этой общине, но когда ты смотришь на его жизнь, ты понимаешь, этот человек отстал от Божьего графика. Бог, насколько мощно инвестировал в него, но приходит момент, когда человек делается неспособным слушать. И это не проблема послания, это проблема человека, который не хочет слушать. Друзья, это огромная тема. Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Писание говорит о том, что... Когда ты идешь в Дом Божий, ты должен сделаться способен слушать и даже должен быть готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Я приехал в Башлыки на праздник преображения Господнего в 2019 году, вот, духовную такую колыбель ваших тут служителей. И вы знаете, в башлыках на Волыне они любят ощущения, они любят хорошие молитвы, они любят пребывать в этом всем. Я прочитал события на горе Преображения. Петру насколько мощно понравилось это все. Он говорит Иисусу, Иисус, давай сделаем три палатки. И тебе одну, Моисею, Ильи, не зная, что говорит. И тут приходит облако и голос глаголящий. Сея сын мой возлюбленный, которым мое благоволение, его слушайте. И я говорю братьям и сестрам в башлыках, ощущать Бога хорошо, а слушать Бога лучше. Ощущать Бога хорошо, а слушать Бога намного лучше. Друзья, мы хотели бы вот здесь остановить время. Мы хотели бы здесь пребывать в постоянном поклонении. Мы хотели бы жить вот этими чувствами. Нам приятны эти чувства. Тебе приятны эти чувства с Иисусом? Но жизнь, она сложна. У Иисуса есть масса заданий, и Он смотрит, как ты в Его графике. И Он хочет, чтобы ты не только чувствовал, и не столько чувствовал, но чтобы ты слушал Его. А для того, чтобы слушать Его, надо быть способным это делать. Итак, первая причина, почему мы, как христиане, отстаем от Божьего графика, мы сделались неспособны слушать. Нам больше нравятся чувства, эмоции, и нам меньше нравится предписание, которое приходит с небес. И чем зрелее мы, тем больше предписаний и меньше ощущений. И мать Тереза говорит, я целый год однажды не чувствовала его присутствия. И я думаю, что это такое? Может, я не, неправильно хожу? И она написала в своем дневнике, даже если я не буду чувствовать тебя, я буду любить тебя так, как никто никогда не любил. И говорит, когда я только это написал, Дух Святой сошел на меня. Готов ли ты слушать Иисуса? Если да, ты будешь в его графике, не будешь отставать от него. Вторая причина отставания от Божьего графика, читаем дальше, шестая глава, и здесь стих четвертый и ниже. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусившись благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия, и ругаются им. Один из самых сложных для интерпретации текстов. В истории церкви были такие монтанисты и новоциане, и они говорили, что речь идет об тех, которые отпали от Христа в гонениях. И когда менялся император, и он становился человек во главе государства, который был более лоялен к христианам, и люди, которые отпали в гонениях, снова приходили в церковь, новоциане, монтанисты говорили, их не надо больше принимать. Они вкусили этого глагола, они пережили эти вещи, и они отпали. Но ортодоксальная церковь, вот киприан, он пишет, что мы не можем отказать человеку в покаянии, если он кается, даже если он перед этим отпал. Киприан говорит, наверное, не стоит его ставить на высокое служение, но отказать ему в покаянии церковь не может. Я не буду анализировать всего, но хотел бы сегодня отметить, что второй причиной того, что мы не успеваем за Божьим графиком, является грех. Когда человек произвольно, зная, что это правая рука, это левая рука, но он сознательно грешит, он, конечно же, отстанет от Божьего графика. В прошлом месяце мы с семьей изучали книгу судей и обратили внимание на Самсона. Вы знаете, этот уникальный человек, еще родителям его было сказано, что у них будет сын, который будет иметь особую привилегию от Господа. И когда этот сын родился, касательно него было несколько предписаний. Он не должен был употреблять вина, он не должен был касаться мертвого, он должен быть осторожен женщинами. Но посмотрите, как только этот сын выходит на служение, и хотя оно продлилось 20 лет, приходят сознательные грехи в его жизнь. Я никогда что-то не думал, и вот мы сели в дома и читаем историю о том, что он взял ослиную челюсть, и ослиной челюстью убил 300 Филисемлян, А мой сын девятилетний говорит, папа, так он же не имел права прикасаться к, к мертвому. А если это ослиная челюсть, она же не живая, она мертвая. Насколько уместно было Самсону это делать? Или случай с этим львом, помните, когда это, этот мед там был и все остальное, это тоже было мертвячено, он как Назарей Божий не имел права этого делать вопрос, когда он пришел на свадьбу, а филистимская свадьба, она всегда была с вином. Он нарушил второе предписание, он употреблял вино. Дальше, когда он с этими женщинами устраивал целые романы, и Божья сила действовала через него. Мы специально посмотрели на карту, когда он вышел из дома блудницы, и он взял ворота, и дальше он прошел 60 километров с этими воротами городскими на плечах, и там вся такая гористая местность, это все было вверх. Вы представляете ситуацию, когда человек берет эти ворота, несет 60 километров вверх, и перед этим он делал такие вещи. Но пришел момент, братья и сестры, когда произвольные грехи привели к тому, что Самсон отстал от Божьего графика. И закончилось все катастрофически. Иногда мы думаем, вот человек грешит, и как-то благодать проявляется через него. В нашей церкви один братик такой интересный. Услышал, что Чарльз Спержин там курил трубку, и только три последние года не курил. И на братском заявляет, говорит, братья, я даже трубки не курю, но таких проповедей, как Чарльз Спержин, сказать не могу. И у него много вопросов. Он говорит, как это? Есть хорошие люди. Есть хорошие люди, и Бог их не одаривает. А вот такой плохой человек, он же знал наперед мой дедушка говорил, дар гар. Когда ты получаешь этот дар, есть всегда вызов, что ты можешь потерять духовные кондиции. А особенно, когда произвольный грех идет, и параллельно помазание идет, и ты думаешь, а может он и есть такой, как я? А может это нормально? Друзья, приходит момент, ты выпадаешь из его графика. Это большая тема третья причина, почему мы выпадаем из этого графика, 12 стих 6 главы. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою долготерпением наследуют обетование». Третья причина, которую говорит автор послания к евреям касательно того, что останавливает, судя по времени, должны быть учителями, а не учителя, потому что лень. Что такое лень, друзья. Лень – это предпочтение отдыха трудолюбию. Человек ленивый – это человек, который не желает прилагать усилия, не желает напрягаться для того, чтобы чего-то достичь. Знаете, в детстве я ходил на футбол, и у меня не было больших способностей в футболе, и, наверное, слава Господу. Возле меня были другие парни, которые имели больше способностей, и я смотрел на парней, которые 14-13 лет поймали звезду. Знаете, что такое поймать звезду? Человек способный, у него получается лучше, чем в остальных. И вот здесь, когда он видит, что у него получается, он начинает лениться. Он не выкладывается полностью на тренировках, он опаздывает на тренировки. С этого начинается звездная болезнь. Потом второе, он на поле начинает игнорировать партнеров. Футбол ⁇ это командная игра, а это думает, что он решит судьбу всего поединка своими усилиями. А потом третий, самый смертный грех футболиста, он начинает игнорировать указания тренера. Ему показалось, что он уже лучше тренера понимает это. И знаете, что мой мудрый тренер делал с такими людьми, которые поймали звезду? На следующий матч он оставлял их на скамейке запасных. И когда этот парень приходит, он главная звезда команды, он вершит судьбы поединков, он смотрит в заявку, а его там нет. Или он сидит на скамейке запасных. И тренеру говорят, так это лучше. Говорит, слушай, команда пострадает, но он выиграет. Он должен что-то понять. Он не должен дальше лениться на тренировку. Он не должен вести себя таким образом, пренебрегая другими, пренебрегая тренером. Друзья, нам Бог дал способности. У нас есть определенные позиции, бенефиты, и я верю, что одним из бенефитов является быть детем верующих родителей. И я так молюсь, чтобы дети верующих родителей были добрыми и верными рабами. Но очень часто, когда ты используешь вот эти бенефиты, возможности, ты дальше пренебрегаешь, ты ленишься, тебе кажется, что ты лучше всех знаешь, и твой Бог исправляет вот эту лень. Третья причина – это лень, и нам надо избавиться от этого. Мы должны подражать теми, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Друзья, долготерпеливая, напряженная работа, она позволит нам остаться в Божьем графике. И последняя, четвертая причина. Давайте мы перевернем несколько страниц. Знаменитый текст из 10 главы, послание к евреям. В 23 стихе используется слово «будем», в 24 стихе написано «будем», а в 25 стихе написано «не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Ситуация так сложилась, что евреи многие считали, что вот Мессия видимым образом очень могущественно грядет. И когда это видимо так могущественно не происходило, многие из них стали оставлять общины, куда они приходили. И автор говорит, не будем оставлять собрание своего. Четвертая причина, почему мы отстаем от Божьего графика, мы оставляем свое собрание. Я не знаю, встречаете ли вы таких людей, которые говорят, я в церковь не хожу, но я в высоких духовных кондициях. Я в церковь не хожу, но я очень близко к Богу. Одна сестра говорит недавно, вы знаете, наша церковь такая несовершенная, что я решила спасать свою душу в дома. Я дома спасаю свою душу, но не несовершенная наша церковь. Библия говорит, не оставляй собрание своего. Сегодня многие люди, они пренебрегают элементарной духовной дисциплиной, и из-за этого они выпали из Божьего графика. Друзья, я не знаю, в каком поколении вы верующие, сколько лет вы с Господом, как давно вы приняли водное крещение, но я одно знаю, что у Господа есть планы для вас. И я не хотел бы, чтобы касательно меня у него прозвучило следующее. Судя по времени, дорогой. Ты должен был уже быть в той позиции. Судя по инвестициям, которые в тебе вложены, ты должен был давать такую продуктивность. Судя по тем библейским школам, степеням и дипломам, которые ты получил, ты должен был быть уже там. Один проповедник очень самокритично, когда повел себя неправильно, пришел к своим братьям и сестрам и говорит, я прошу прощения, друзья. Нет извинения такому человеку, который ходит с Богом сколько как я и ведет себя следующим образом. Друзья, когда мы, как родители, отстали от его графика, дети наши смотрят, мы хотели бы, чтобы они пошли дальше, но мы не демонстрируем должной духовной интенсивности, и возникает проблема. Есть другие масса случаев, когда в людей инвестировано слишком много. Судя по времени, они должны были быть там, но их снова и снова надо кормить. И в Украине я вот встречаюсь часто с пасторами, и один из таких моментов очень непростых, который приходится говорить, пастора очень часто вкладывают в людей очень проблемных. И я пасторам говорю, читаю текст, когда Иосиф видел сон, и в этом сне был такой образ. Помните, худые коровы, съели или тощие коровы, съели полных и все равно остались тощими. И вот это меня смущает. Пастора вкладывает масса времени в этих тощих коров, но они не способны слушать, потому что противятся, они ленивые, они проявляют другие вещи, связанные с гордостью, они оставляют свои собрания. И мой месседж, надо больше вкладывать в команды. Служителей. Я не говорю, что надо забыть э, тех людей, которые вот поступают следующим образом, но очень часто худые коровы, даже жирая тощ полных коров, они все равно остаются худыми. Они безнадежно отстали от Божьего графика, они сознательно грешат, они ленятся. Не хотел бы я попасть в эту категорию. Друзья, 2020 год за окном. Божий график продолжает сподвигать нас на великие Божьи действия. И я хотел бы сегодня помолиться вместе с нами, чтобы Бог дал нам способность слышать Его Слово. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Он, этот враг, пришел украсть Слово, убить веру и погубить душу. Он хочет, чтобы ты остановился на чувствах, но Бог хочет, чтобы ты Его слушал сегодня. Он Бог хочет, чтобы ты не грешил. И когда у тебя есть такая позиция в Господе, такие возможности, такие бенефиты, чтобы ты их использовал. Дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. И дабы мы не оставляли нашего собрания. Давайте мы поднимемся в его присутствии. Мы попросим милости, чтобы нам быть в Божьем графике. Чтобы Господня воля совершалась через нас во Христе Иисусе.